Студия мультипликация Тарарам представляет. Где-то на лесной полянке жил маленький скромный жучок. Он очень любил весь мир и хотел сделать его еще лучше. Какая ты красивая! У тебя крылышки, как цветы. Давай с тобой дружить. Да, я самая красивая. А ты не особо красивый. Не хочу я с тобой дружить. La 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 la. Здравствуйте. А вы кто? Здравствуй, жучок. Я пчела. Я целый день кружусь, тружусь. Нектар собираю, мед делаю, самый вкусный, полезный. А ты что умеешь делать? А я не знаю. Ладно, некогда мне. До свидания. Жучок горевал и тихо-тихо плакал. И тогда солнышко, которая живет высоко-высоко и все видит, даже самого крошечного жучка, коснулась малыша. Ты почему плачешь? Я ничего не умею. И наряд мой самый обычный. Зачем я вообще нужен? Ты очень добрый и нужный жучок. Хочешь ли я тебе подарю свой луч? Чтобы ты тоже всем светил, как я. Очень хочу. Это мое самое заветное желание. Теперь ты не просто жучок, теперь ты светлячок, как маленькая звездочка. Ты будешь всем, кто тебя встретит, дарить свет, теплоту и радость. Светлячок зажмурился от восторга. Он был настолько счастлив, что смог произнести только одно. Спасибо тебе, солнышко. Thank you.